Где ребятам можно весело отдохнуть и провести время с пользой? В детских пришкольных лагерях. С 1 июня в столице Чувашии открыты смены дневного пребывания. В этом году к общеобразовательным учреждениям присоединились и дошкольные. В 176-м детском саду появились новые воспитанники – ученики начальной школы. Здесь скучать не придется. Ребят ждет множество увлекательных занятий. Бассейны, кинотеатры, спортивные соревнования, творческие конкурсы. Каждый день что-то новое. Лагерная смена продлится 3 недели. В Чебоксарах работают 54 пришкольных лагеря, 2 из которых на базе детских садов. Это новшество очень даже понравится родителям, потому что родители могут быть спокойны, пока их дети находятся в лагере. Этот вот отдых принесет для них многое, потому что здесь можно заниматься творчеством, можно посещать выставки, библиотеки. Все можно делать под присмотром взрослых. Особое внимание уделено безопасности детей, соблюдены все санитарные и противопожарные нормы. Всего в пришкольных лагерях Чебоксар отдыхают около 7 тысяч ребят.